Такому числу друзей можно только позавидовать. В зале не было свободного места. На юбилей к Марине Андриановой, которой, разве скажешь, исполнилось недавно 50, пришли люди совершенно разные, но близкие ей по духу и взглядам на жизнь. Вот хотя бы ее коллеги. Комплименты так и сыплются. Но она обожает юмор и шутки, ведь это ее оружие. Поэтому и мы, счастливые оказаться в числе ее друзей, поздравили Марину с изюминкой. Мы знаем, что у нас Мариночка писатель. Но какой писатель? Прозаик. Она у нас писатель-прозаик. Я прозаик пишу. Она будет писать теперь вот про этого зайку. Она писатель-прозаик. Юбилей – это, конечно же, награды. И Марина Андрианова, которая долгое время трудится в Центральной библиотеке, получила грамоты от главы городского округа, от Московского областного союза писателей, а также за волонтерскую работу. Все это – оценка ее труда. А на сцене в этот вечер тоже выступали друзья Марины Андриановой. Ансамбль «Иван да Марья», театр «Маска», сольные исполнители и самые дорогие сердцу нашей героини – клуб «Дорога в жизнь» и «Кружок колорит». Пели и танцевали вместе. Два часа пролетели ярко и на одном дыхании, как и обещала виновница творческого торжества. Татьяна Брылова, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».